И я приветствую всех, с вами Каиса, и я начинаю новое прохождение, впервые на канале у меня, Resident Evil Code Veronica. Самая первая оригинальная дримкастовская версия, без маркировки X, дополненных там видеовставок. Самая оригинальная версия игры Resident Evil Code Veronica, американского региона. Ну, японского региона вышло чуть-чуть пораньше там, но я все-таки японку не рискну играть, потому что все-таки в игре будут встречаться головоломки заумные, а с английского все-таки перевести будет как-то еще можно, а вот с японского я не представляю как. Давайте посмотрим опции, аудио, настройки. Ну, тут у нас управление... Я не буду менять, я оставлю тип А. Это у нас экран, это вибрация. Так, что мы начинаем? Но мы начинаем новую игру. Да, мы начинаем новую игру. Resident Evil. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
Я, к сожалению, не смогу вам переводить все эти катсцены и вообще о чем тут они говорят, потому что английский язык я не знаю. Я только по словарю умею переводить. Так, вот у нас инвентарь. У нас ни хрена, кроме зажигалки, нету. Мы находимся сейчас в камере. Тут у нас есть трава зеленая в углу. Давайте ее возьмем. Давайте вообще посмотрим, как у нас тут все выглядит. Файлы. У нас тут есть файлы, да. Вот. Инструкции по игре, вот. Ну, это, наверное, осматривать предметы, как вот. Это, наверное, стрелять по объектам или как, или... А, это... У нас есть разворот 180 градусов. Карта. И... Подняться, спрыгнуть или... Что там имеется в виду? Так, еще какие-то коробки. Так, вот так у нас выглядит карта. Вот. Ее можно увеличить. Даже. И у нас что-то тут моргает. Желтым моргает item. Фиолетовым выделен save point. И вот таким цветом морской волны item box. Ну, то есть ящик. Item. Так, что у нас есть? Зеленая трава. Можно ее осмотреть. Ага, ее как в первом резиденте можно крутить вот так вот. Можно ее комбинировать. Так, у нас есть зажигалка. Ее можно экипировать, кстати говоря. Можно ходить с зажигалкой. Потому что без зажигалки мы тут ничего не сделаем, да. Слишком темно. Давайте возьмем в руки зажигалку. This prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Здесь у нас есть патроны. 15 патронов к пистолету. Так, и ему, кажется, надо будет вот эти таблеточки, гемостатик, капсулы. Нужно будет где-то их найти и потом ему принести, вроде бы. И он тогда нам что-то нам отдаст. Может быть, отмычку. Не помню. Или он Крису что-то отдаст. Тут у нас есть первое оружие в игре. Это боевой нож. Как и в первом Resident Evil, он вроде бы назван. Combat Knife. Так, ну ладно. Давайте возьмем в руки нож. Я вот хочу потренироваться вот этим ножом, блин. Так, ну ладно, не будем баловаться.
пошлите на выход. Сейчас будет дана одна лента. Одна, черт возьми, лента. Также патроны дают. И вот брать эту ленту или не брать, я даже не знаю. Давайте пока не будем ее брать. Мало ли нам понадобится место. Так, да, нам какие-то комнаты придется зажигалкой осматривать, потому что мы сможем изучать. Нам предстоит вот так вот бегать, меняя одно на другое. И мы поднимаемся наверх. Сейчас у нас будет вообще первые враги. Зажмут еще. Кусают меня гады. Ну ладно, может быть, как-нибудь их исправимся мы. Не знаю, в общем. Да, тут у нас что-то с транспортом происходит. Надо будет тоже тут что-то делать потом. Так, что возьмем в руки? Нож возьмем хотя бы. Так, и бежим вперед, да? Да, бежим вперед. Вот у нас упал какой-то чемоданчик. А вот и первый зомби. Да, в общем, уже укусил, гад. Да отвалите вы. Отвали, скотина. Да что ж такое-то? Опять кусается, гад. Да, и вот с ценой, вот такой вот ценой я побил эту толпу. Давайте сразу используем траву. Хотя не, пока не будем. Может быть, мы красную найдем где-нибудь. Я просто хочу зачистить этот путь к печатной машинке, потому что нам много предстоит туда-сюда бегать. Да, тут пока огонь. Горит огонь. Что мы можем? А если я вернусь к мужику, допустим, то что будет? Что мне это даст? Может, нужно ему сообщить об этом беспределе? О, ты чё присел? А, ему плохо. У него закончились эти таблетки. Как его зовут? Ну-ка. Не-не-не. Как его зовут? Родриго Хуан Раваль. Или Жуан, или Хуан.
не знаю, как правильно читается. Так, мы выходим. Я не знаю, я зарезал их чисто, чтобы сэкономить. Чисто, чтобы сэкономить. Использовать сейчас траву, не знаю. Имеет ли смысл? Хотя, давайте используем. Терять все равно нечего. Будем бегать за зажигалкой и изучать каждый уголок. Я скажу честно, всего один раз я прошел эту игру, но PlayStation 2 версию, то есть порт. А вот в оригинальное издание я играю в первый раз. И, честно сказать, за один раз я мало что запомнил в этой игре. А если что-то и запоминал, то уже забыл. Никакой реакции. Ладно, выходим. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up! Make one wrong move and I'll shoot! Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. And once I find it, I can finally escape from this crazy island. Well, I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Так, мы встретили Стива. Мы взяли пистолет, давайте его осмотрим. Пистолет, так, М93Р. Итальянский пистолет, 9-миллиметровый, до 19 патронов вмещает. Странно. А, уже 3 патрона израсходовано у него. Мы его еще использовать как-то можем. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть вот труп какой-то, и у него пачечка патронов пистолетных. Похоже, он не дышит. Тут есть какая-то дверь. Но она заблокирована или с другой стороны, что ли, закрыта, не пойму я. Давайте возьмем нашу зажигалку. Наше основное оружие. Это нам поможет изучать побольше, видеть в темноте. Что у нас тут есть еще? У нас тут есть еще какая-то дверь, вот. И сюда нужно что-то будет вставить. Эти ворота открыть. Какая-то эмблема. Тут бочка у нас есть. Тут еще дверь. Можно вернуться назад. Немножечко. Ладно, пойдемте вперед. Смысла идти назад нету. Нам надо идти вперед.
единственное место, куда мы можем пойти. Кстати, давайте посмотрим на карту. Ага, мы можем вот так вот увеличивать. Мы сейчас находимся где-то здесь. Что у нас тут есть? Непонятно. Вот эти ворота как-то надо будет открыть. Мы можем пройти вперед. Можем пройти вперед, да. Тут у нас, кажется, будут собаки. Можем зайти в дом. Так, тут у нас какой-то трупешник. Давайте пока не будем его беспокоить, зайдем в дом. Здесь у нас есть трава зеленая. Конечно, возьмем. И давайте вооружимся пистолетом, что ли. Блин. Заходим в домик. Тут все не сладко. Так, ты кончился? Один кончился. Тут у нас есть патроны. Так, еще один закончился. Где ты идешь? Я бы хотел экономить. Ну как это сделать, а? Ах ты говно! Он блюется на меня. Слышь ты. Да чё с... Нож, чё с тобой происходит? Ну иди сюда. Ты можешь... Сюда, поближе подойти, гад. Опа! Это отличный способ, да. Он не может сюда пройти. Он сдох, походу. Тут у нас еще трава есть. Давайте возьмем. Опять-таки подлечиться надо. Ибо состояние мое не очень хорошее. Так, берем зажигалку. Чувствую я, что тут надо что-то заметить в этой темноте. Хотя я тут ничего не замечаю. Тут какой-то стол. Стол тут. Так, это что такое? Это разве нельзя открыть никак? Нет? Тут есть карта? Тут ничего, что ли, нету? Не пойму, книга какая-то. Тут есть дверь. Опа, туалет.
Да я на самом деле не знаю, что тут надо делать. Давайте зайдем сюда. Так, тут у нас есть дневник какой-то. Опять-таки зомби. Кто-то стучится в окно. Давайте пока сюда сходим, посмотрим. Тут есть патроны пистолетные. Я думаю, нам надо брать в руки сейчас именно пистолет, потому что... Да, вот стучится гад в окно. Берем патроны. Опять Клэр упала. Тварь. Берем нож. Так, еще один идет. Он еще живой. Готово. Окей, тут у нас оружие. Это М100П. Это у нас эти, как его... Автоматические пистолеты. Типа маузеры, блин. Полуавтоматические пистолеты, да, вот. Вообще оружие ценное, по-моему. Можно будет одновременно сразу в двоих, по-моему, стрелять. Так, возьмем пока зажигалку. Мы изучаем, что у нас тут есть вообще. Так. Я больше тут ничего не вижу такого прям ценного. Выходим отсюда. Тут, по-моему, сейчас респаунится зомбик. Один, да? Так, берем нож. Сюда. Ах ты сволочь! Да ну нафиг! Укусил меня, гад. Даже не знаю, подлечиваться мне или нет. Я не знаю, что тут нужно мне сделать, как открыть эту печку. Не знаю я. Так, а ты где был? Тут, что ли? Чего ты вдруг взял и респаунился, скажи? Так, ладно, выходим. Выходим мы отсюда, выходим. И бежим дальше. Опа! Опа, опа, опа.
что-то нехорошее. Утащили труп. Хорошие песики. Да, и тут дверь закрыта. Так, берем пистолет. Хотя у нас мало патронов. Не так уж много. Но берем пистолет именно. Так, ты где? Где ты, козлина? Так, если ты живой... Не, он мертвый. Так, тут еще один выходит. Так, ты сдох? Нет? Да, он сдох. А вот этих мы пока не сможем выпустить. Ноль эффект, да? Ну да, эффекта ноль. Нам нужно что-то найти. Это ворота. Так, если я сейчас пойду назад, то мы с вами познакомимся с собаками. Ты сволочь, отпусти мою руку. Вот говно сраное. Да, экономлю как могу. Но собаки наглые. Возможно, еще одна будет. Так, что у нас тут? Непонятно. А если я вернусь? Никто не встал тут. Или уже встал? Нет, пока не встал еще. Также непонятно, что с этой дверью не так. Мне главное, что тут никто пока не респаунился. Черт, респаунился. Че, все что ли? Твари! Так. Ценой укуса. Есть еще кто? Кто-то же еще должен быть. Или только трое?
Давайте зажигалку возьмем в руки. Надо вот этот потушить здесь пожар, чтобы взять чемоданчик в дальнейшем. Так, ну я не знаю. Можно, конечно, сохраниться. Рискованно, конечно, но... Сейчас сохраняться. Хотя давайте сохранимся. Надеюсь, там еще будет впереди лента. Просто тут всего одна лента дается. Всего одна штука, вы понимаете? Давайте сохраняться. И завершать тогда будем серию. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях прохождения игры Resident Evil Code Veronica. Пока-пока!